А утром на рассвете выхожу в соседний сад. Чё, куда? Кого? Ну, туда. Нам путь только туда. Атака? Мы, да. А, я думал, мы оборона. Блин, это плохо. Мне сейчас почему мне сейчас не есть? Все хорошо. Побежали. Это... Да, вроде, ну... Как он называется? Реконструкция? Да, реконструкция. Можем с подканави пройти, не по лесу. Ура! А вы где вообще? Мы а. В окопе. Вы чуть ли не под их стенами. Чем я тоже. Как понять, что это их база? Чисти обук окоп. А, там окопы, да, такие? Да, там вообще штаб. И бункер один единственный вроде как. Но я вижу один там. Да, один. Ключевая цель бункер, внутри бункера документы. Да. Их подобрать надо через меню взаимодействия. Через и обратно к нам на респу принести. Я не уверен, что до этого дойдет. Ну тогда спитер сходил, принес. А на горе кто-нибудь из наших есть? Ну я на самой южной, его востоке. Сейчас закажу за бункер враж. Вы уже у них? Судя по ППШ, да. А это ППШ так быстро лупит. Да. А ответ был МП-40. Кто в окопах бегал? Не знаю, но там уже есть в щелях бегал на втором этаже. Или там могут быть кто угодно. Кто лупил? ДП. Наш. Это по врагу было, Антон? Это враг или по врагу? Ну, ДП наша. Что там бункер кто-то? Ну бегал кто-то, там вижу, да, вон выглядывает. Он без сознанка упал. Ему в ухо прилетело. Пощекотало. Сейчас пойду стану помру. Он смотрит, кстати, запах, если что. Надо было убегать, Паш. Да, я не знаю, не подумал, Паша, что у меня жопа торчит из бункера. Я что, Гонза хотя бы убил. А чё кочегар не стреляет? Тело Гонза пропало. Кочегар не видит ничего. Возле него противник был, меня убил. А может с Хатабом все видели тогда, нормально было. Алекс меня убил оттуда. Алекс пришел, убил меня, кочегар его не заметил. Чё, Алекс все рип? А, не, он перебегает. Алекс решил маневр сделать. Не, но он правильно сработал. Я короче захватил, а там и Гонза, и спидер. А, это Гонза сидит? Нет, это спидер. То Паша сидит. Блин, мне надо было убить Гонза и закинуть туда хаей. Я что-то не подумал об этом. Я зачем-то, знаешь, как сделал? Я начал заходить, там сразу стоял Гонза первый. Я решил дальше зайти. Почему они сквозь бункер фигачут? Потому что ты не успел в те двери. А, Паш, ты живой? Я твой... Нет, я тебя защищал. Сразу убили. В смысле, Паш, ты же сидишь возле меня. Смысле? Я своего бота взял. А я же за красным зашел. Так ты бы сказал, я бы тебя не охранял бы.
А куда тело Гонза исчезло? Кто мне объяснит? Я без понятия. А, Гонза вышел, его тело исчезло? Понятно. Гонза такой говорит что-то там, и я такой говорю, и он такой и умирает. Я... Да. Да, кочегар же жалится, потом Антон убил. Заходит и ловит голову. Да мне гранаты тебе. Алис сидел я сметану возле слышал. Кочегара в 2 метра почти. Это, а что там Гонза врубал? Он, это кто... Когда зверь включал музыку, короче, в рацию. Ага, слышишь? Я, короче, подхожу к вашему бункеру и слышу от тебя, типа, к нам кто-то подходит, кто это? Ну, потому что это зверь кричал, типа, видел кого-то. Я говорю, там в этой... Не, я именно тебя слышу, я именно тебя. Ты сказал, да это Гонза, говорю, Гонза, ты тут? Ой, Паша, что у тебя щелись, почему она двигается? Паша, у тебя щелись двигается, подожди-ка, люто. Моего трупа? А, я тебя убил гранатой? Да. А, ну я тебя слышал. Да, Смитова стреляет. Я ж слышу, кто-то прям... У меня не движется, все нормально. Я слышал, кстати, тебя в близнечат. Надо было хаи кинуть туда. Я чё-то не прям челюсть, знаешь, прям вот... Прям вот разговаривает, прям кричит на кого-то. Ругается. Ага. Говорю, в траншеи враг залазит. Чё за бункеры, сквозь которые граната пробивается? Говорит, то Гонза залазит. Да, она у тебя просто в проходе упала, и ты не успел бежать. А до этого? У меня двери защищают. Дверь металлическая простреливается, что ли? Да нет. Кстати, когда Антон заходил, я вот эту касочку видел в этом окошке еще. Вот касочка появляется, потом Антошка появляется. И богу, блин. Ну, нужно было реально хаету закинуть, я что-то дурачок. Сметана будет долго бояться заходить. До дыма, а потом хае. Да не, вот, я... Там. Во. Метана боится, при том, что он уже туда закидывал хае внутрь. Кочегар даже не смотрит. А он догадывается, что на горе есть пульнос. Кочегар знает, что возле него рак. Он говорил все время. Да, только он его не убил, а Алекс меня убил. А если гранату убил? Мне засчиталось. Давай, смелее. И... Так, документ. А он еще посможет? Наверное. Может. О, подобрал. Они снизу вот появляются, да, опа. Сейчас ему главное сбежать. Кочегар ищет у себя на горе, кстати, врага. Да если он не совершит ошибку, сейчас просто побежит. Его ж убьют. Я пошел искать. Кто убьет? Кочегар пошел искать. Да, он пошел уже искать поздно. Уже поздно. Тактика. Мне кажется, он еще пробежит. Кочегар до граната, сих пор. Граната. Откуда у него думал столько? И поползет. Прям в атаку. Че, кочегар до сих пор не смотрит туда? Он вся горло чистит. Ага. Сметана тактикул? Да. Ложные дымы кинул, побежал вообще в другую сторону. Ты его в спину убил. Я, кстати, по вот этому оврагу прошел до Юпаза. Ну, по нему в основном ходили. Все. На кочегару сказать, либо он говорит сейчас враг сметану, либо будет пусть. Он его не. Он не смотрит туда, забей, все, он, по-моему, донес. Хотя, может, сейчас заметит, но я даже не вижу, почему я посвящу дни. Он, нет, по-моему, как ежик в тумане. Он уже никого не найдет. А Алекс? Алекс не там, ищет врагов вообще. К нему сейчас кочегар подойдет. Не соуспит. Ой, булик. Это было тактично. Интересно, кто кого сметану успеет дойти до... Алекс, да, Алекс сейчас уйдет, Алекс сейчас уйдет. Не услышал. Ну, посмотрим тут. Опа, кочегар что ли увидел? Да, увидел! Эх, лох. Не увидел. Но сметана сейчас донесет. Че сметана стоит? Че он... Сметана, беги! А, остался кочегар один? За ним кочегар выехал, по-моему. Ща, как консолька подаст, заспавнили на нем бомбу. Не могут же. ГБУшка. Спать надо... танк спать. Ну и чё он... Надо триггер убирать. А чё он, да. Лёг-то? Алекс далеко был.
Он заблудился, по-моему. Куда сметана? Не-не. Он, кстати... Он заблудился. Он, кстати, до конца не знает, куда бежать. Он компас выкинул, он пошел. Надо, нет! Надо без компаса, Паша, чтобы они потерялись в этом лесу. Паша, рубай миссию. Ну атаку пошел. Паша, рубай миссию. Паша победа... не может рубать, кочегар админ. Победа атаки. Пускай, пускай залогинится. Ой, жей. Он и на фраг захотел. Тупо фраг. Он кьюэшит Алексова трупа. Честь сейчас отдаст. Куда он? Куда он пошел? А чё, меня что, кочегар увидел? Чего-то каску снял. Что он делает? Что он делает? Что они делают? Он пошел возвращать врагам. Давай, давайте вы это воскресите на Алекса, мы. Опа, да, бежит, Паша, увидит, там что спавнится там? Чё, какой объект спавнится? Разве данные? По-моему, сумочка какая-то или что-то. Нет, там он... сумочка, имеется в сумочке, что в этой, типа, как там да что-то. Да ничего, просто это. Ну, он это как говорил карта, этот, поправка. Не карта. А, да, видите, таблица. Таблица поправок. А. Ну он подумал, нафига на то лист поправок? Ой, ой, ой. Сметана оружие хотя бы возьми. О, смотрите, что я не туда пришел. Что-то не то. Мне кажется, сейчас сметана в плен сдастся. Кочегар пришел лутаться. Что? Что он творит? А, он думает, что это папка, это документы, видишь, лежат? А что там надо людям? Он такой проверил, документы есть. Такой, что-то здесь неладное. Сейчас будет банихил какой-то. Ой. Кочегар, кочегар. Какая дичь. Я только что, я на самом деле подумал, сметана. Описать администратору для в кнопку связь с администратором, это считается подсказкой или нет? Считай. Это же связь с администратором. Вот если сейчас он побежит в другую сторону, его застрелят, это вообще будет. Сметана в то же место пришел. И в то же место лег. Он тут уже лежал. Он... Что делает? О, кочегар его услышал. Все, он мертв. Сметана. Сметана! Я просто потерял. Стану. Ты не понял, что там знакомые что-то бункеры, нет?